чтобы и они могут приходить так, чтобы искать больше. Мы получается сделать это все ночью где что? Рисовать то, чем они будут смотреть, чем будет взять все это. Все это можешь? Вот. И считать, что они могут все сейчас выполнить короче все. Можно. Если бы это не было, то значит мы там это делать, да? Ну, поэтому ты делаешь, я не сделал, я хочу сделать часть, но, то есть там есть 5 таких ног, если один круг, но их нужно объединить. Вот это вот. Ну, я, честно говоря, не знаю как. Это, наверное, интересно, я вам такой вопрос не знаю. Что фишка всякой искусственной то, что мы этого делать никогда не будем. Даже тогда, когда это можно было сделать, мы это не делаем. Мы вместо этого там можем делаем что-то, что нужно для доказательства теоремы, что сделать раздающим. Не доказываем, что не доказываем, что разрезанный квадрат демирного симплекса это сфера, а говорим, что существует вариант отображения сферы на разрезанный квадрат. Это достаточно для доказательства. То же самое с кубами. Конечно, интересно посмотреть, как они явно устроены, у вас получится сделать это здорово, но очень нужно. Поэтому вот начнем, как ты детали доказали, что, наверное, здесь не нужно расписывать. Давай. Нужно будет потом. Хорошо, во-первых, что значит, что молочка ограничена. А? Видео началось? Я думаю, что да. Кнопки нажал пока. Не надо. Я хочу сказать, что психологическая оболочка ограничена. Класс. Ну, да это как-то не очевидно, там нажало. Вот. Окей. Возьму какую-то далекую окружность, которая такая, что весь образ моей кривой лежит вот в области круга, получившегося. Область человека? Кривой. Ну, данный образ кривой. Хорошо, после этого я возьму точку на степени 1. Ну, вообще у меня доказано для степени 1, а степени не 1. Сейчас, когда я вас спрошу. Давайте, для степени 1 потом посмотрим. Да, хорошо. Вот, ну, я беру, ну, пусть у меня есть отображение такое, что эта точка не лежит в области этого отображения. Отображение диска. Хорошо. Я беру из этой точки, проецирую на эту окружность. Вот. Весь вот этот образ диска вместе с образом окружности и получаю некоторое отображение диска в окружности. Ну, очевидно, что степень вот этого отображения окружности, то есть когда я рассматриваю его ограничение на окружность, то степень будет такая же, как степень этой точки. И оно корректно определено, поскольку это не лежит в области. Как это определяется? Просто проекция. Тогда на центральную точку не определяется. Так, а центральная точка как раз не лежит в области. Как определяется отображение? Беру произвольную точку, например, про диска, куда-нибудь. Нет, не произвольную. Я беру вот тут. Откуда куда? Вот точка X. Отображение. H это отображение из диска. Всего диска. Да. Беру произвольную точку диска. Я вначале беру вот эту точку, которая имеет степень 1 и которая, по предположению, не лежит в образе диска. Вот. После этого я беру произвольную точку диска, отображаю с помощью F вот этого на плоскости, а после этого провожу вот так. Отображаю вот эту точку. Хорошо. Если я рассмотрю ограничение этого отображения H на S1, то понятно, что у него степень такая же, как степень точки. Вот, ну хорошо. Если степень этого отображения... Ну, количество образов просто. Количество бровки. Хорошо. Если степень этой точки единичка, то тогда степень этого отображения единичка, тогда есть гомотопия к торжественному отображению. Вот. Но я эту гомотопию продолжаю до отображения диска, но получается противоречит спорскому ламу. Получилось отображение диска в S1
которая соответственно на этой. Это не кому воспроизвести стиль Брауэра? Да, да, да. А не подвижные точки. Ну, это как бы, да, для... Вот, и у меня, соответственно, вопрос. Правда ли, что если есть отображение закружившего окружности степени не ноль, то его нельзя подвести для отображения диска? Ну, и если это правда, то тогда это работает для степени еще раз любой. Любой. Можно ли отображение закружившего окружности минимум степени продолжить отображение диска? Помогает сколько? Не знаю. Кому знаний не хватает, если как бы не хватает знаний, ничего страшного. Сейчас, это мы какое делаем? Можно ли отображение, ну, возникла отдельная тема, даже не важно для чего, можно ли отображение и докружности в окружности степени 5 продолжить до вашей дискуссии окружности? Ну, по-моему, нельзя, потому что... Ну, потому что у нас... Мы будем вот эту окружность, из которой отображается, рассмотрим последовательность концентрических окружностей, вот, объединение которых последовательность, ну вот она, последовательность. Вот, а из одной окружности отображаем в другую окружность. Так, вот в центре этой окружности. Вот мы рисуем множество всех концентрических окружностей, и вот, которые параметризованы своим, ну, радиусом. От нуля до радиуса исходной окружности меняется. Так, и если бы можно было бы продолжить задание выставленного поля на весь круг, тогда на вопрос, что степень поля относительно окружности, она непрерывно будет зависеть от радиуса. И все. И получается, что вот окружность с нулевым радиусом, вот. Относительно нее электронный тоже может иметь и степень 5. Но это не так. Не приветственное поле отображения вокруг, да? И отображение округ, либо отображение точки вокруг имеет степень 5, что невозможно, либо если для короткого списка абстрактно, мы возьмем округлые близкую к точке, да? Ну да, да, близкая пальца. Да. У них степень 5 в 0, с одной стороны, а с другой стороны равна степени вместо поля. Ну, тоже можно считать, что если это начало, то разные точки окружности оставляют. Ну, здесь, наверное, тоже нет. Ну, так, давайте сразу доказать. Да. Могу выражаться. Хорошо. Ну, понятно, что существует отображение диска S1, такое, что ограничение отображения S1 имеет проблемы. Хорошо. Зачем так мудро? Просто отображение в точку берем после. Да. Вот, хорошо. Я рассмотрел точку в степени 0 и вырежу маленькую окружность, не пересекающую кривую. Вот. Также возьму большую далекую окружность. На ней рассмотрю вот это вот отображение F. Рассмотрю всю эту окружность, берем точку. Да. Да. Вот. Хорошо. После этого я рассмотрю проекцию вот так же вот этого окружности на вот эту большую окружность. Непонятно, когда это. Вот, но я не написал просто. Давайте могу написать. Можно просто одновременно показывать и... Вот. Ну, все-таки рисовать картину, точнее диаграмму, так, чтобы было понятно, что куда отображается. Уже это исходное вложение. Так, у меня есть отображение в точку. Отображение. Да. И есть отображение H S1. S1, которое я получаю проекцией. Вот из точки как раз. Из вот этой точки. Как ты диаграмму начал искать не отдельно отображение, а как там они связаны между собой. Так, видимо, S1 должно быть всего одно или два там стрелочки. Ну. В разных сортах. Да, сейчас. Отражение в длине. Так. Да, название отражения лучше на стрелочке.
сейчас жизнь вам не отображение, уж такое H, а поражение тоже, да, просто? Нет. H. Итак, еще раз, я беру всю плоскость без X проецирую на какой-то круг далеко. Вот. Ну, и вот эта композиция, собственно, вложение в проекции. Отображение. Вот, это и будет отображение H. Вот. Его степень равна нулю, ну, значит, оно гомотопно отображению в точку. Вот. Ну хорошо, а теперь я построю просто гомотопию, которая. Сейчас скажу про форму. Вот сначала нужно сформулировать отдельную красивую картину, да? Да. Которую в этом случае, что если отображение неокружности куда-то голосовывает положение в точку, то это положение продолжается на них. Я расскажу. Отдельно мимо сразу очень. Видите, если отображение не заполнится сюда, то мотопное отображение в точку, то это отображение не заполнится сюда, продолжается на ну, это просто цилиндр. Цилиндр у нас отображение задано на все границы, кроме одной окружности. Ну, там, беру точку, соединяю ее со всем. Точку я не отражаю. Продолжение гомотопии то же самое, что изображение цилиндра. Продолжение гомотопии то же самое, что продолжение цилиндра. Если отображение запомнится туда, да? Тогда и оно есть семейство отображений HT, да? То есть отображение HT, это один отображение. Каждый HT применим к окружности равенства t или 1 минус t, там зависит от того, как договоренность, да, такое отходное отражение получится, что на каждом таком, на каждой окружности радиуса t определено отображение HT, да? Понятно, что раз это гомотопия непрерывна, то есть полученное отображение из диска куда-то тоже непрерывно. То, что это тот же трюк, как и здесь. Я не знаю, в принципе, если для кого-то понятие гомотопии новое, тогда это может просто пропустить. Здесь все очевидно для тех, кто с этим понятием знаком, а если нет, то, конечно, нет. Мы не будем его открывать, просто вот так вот эту задачу пропустить, но большинство остального материала будет для вас доступно. Так, хорошо, дальше. Вот просим ту часть публики, которая знакома с понятием гомотопии.
понятное решение, как мы записали. Что для вас? Ну, у меня вот эти ясно. Сразу будет все это попало. Получше ходить, потому что тогда... Конечно, это должно быть, да? Да. Давай, просто я рекомендую, ну, если интересно разобраться в видите, это очень полезно. Но, по крайней мере, все-таки, ну, не откладывайте от этого остальные части курса, а не от молотока не будут зависеть. Так. Хорошо. Ну, что вы сказали, просто там не очень понятна связь между степенью, то есть, ну, да, я учитываю здесь. Вот, а что такое степень отображения вот этой приводной меня? Времени, которые мы сформулировали и вроде даже разобрали доказательства, никакой степени отображения нет. Если отображение готовности куда? Молоток отображение точку, то это отображение продолжает. Да, 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 все понял вас. Да, так что прошу. Я хотел сказать, может, по-другому. Ну, здесь по тому определению, которое в книжку дано, мы как бы не сделали, да? Но заметим, что мы все-таки не, не доказали того, что может быть того, что интересно, того, что по данному списку есть определение, не обязан доказать. Да? Мы не доказали, что существует такое отображение, которое не только вот эту вот точку X не сбивает, но всех, кто. Всех точек с таким свойством. И сказали, что существует такое отображение диска пост, который, во-первых, продолжает наше отображение на крупности, да, образ которого сделать не одной с точки степени. Вот это было бы интересно. Мы не обязаны это доказывать, потому что по определению спалтической оболочки это пересечение всех таких образов. Да, это факт сожаления. Оказывается, происходит. Давайте это спросим. Задача, правило, связанная с топологической гипотезой Свенберга, которая заключается в том, что если дано непрерывное отображение симплекса вот такой размерности, вот, примерное пространство над вещественными числами, то в этом симплексе можно выбрать и не пересекающихся граней, таких, что их образы при данном непрерывном отображении будут иметь общую точку. Но доказывать я буду... Сформулировали гипотезу Свенберга, здесь стараются все доказывать? Нет, но вот я сейчас говорю, что доказывать я буду не ее, а то, что в этом утверждении можно вместо того, что говорить любое непрерывное отображение, можно сказать любое кусочно-линейное отображение. И от этого правильности утверждения не изменится. В одну сторону это очевидно. Почему? В какую сторону? То, что если мы... у нас любое кусочно-линейное отображение является непрерывным, поэтому исходное утверждение является более сильным, чем то, что мы получим, заменив на кусочное линейное. Вот. Содержательным является в обратную сторону утверждения. Пусть дано утверждение для любого кусочно-линейного отображения. Давайте мы докажем, что оно верно для любого непрерывного. Итак, дано нам какое-нибудь непрерывное отображение F. Из этого симплекса в это двумерное пространство. Пусть у нас симплекс будет иметь такой вид, что у нас дано вот столько вот линейно независимых векторов и множество их линейных комбинаций с коэффициентами, принимающими значение от 0 до 1, это и будет наш симплекс. Почему сейчас? Нет, множество... Два вектора, да? Множество... Нет, не совсем. Стоп-сумма коэффициентов была не больше единицы, но и каждый из них был немножко нуля. Вот. Вот это будет симплекс. Так. Будем иметь дело с таким симплексом. Выберем в данном симплексе под множество семейства последовательность множеств SM. Их объединение
всех множеств SN будет всюду плотно в нем. А что такое само множество SN? Это множество линейных комбинаций векторов. При этом коэффициенты x, вот эти, имеют вид дроби, где в числителе стоит целое число, целое число не меньше нуля и не больше 20 нет, а знаменатель само 20 нет. То есть мы просто так число всего вида m на 25 нет. Разумно, что там просто сейчас написано другое. Ну, да. Смотрите, ну пусть там не будет написано определение SN, там вроде мы его на суд восприняли, по крайней мере, не будет неправильного определения. Не того, как да, здесь немного не так. Не нужно писать, если как бы мы поняли. Так, ну мы да, если это понятно. Не поняли, то спросите. Что такое множество SN понятно. И то, что их объединение будет сюда плотно в синтаксе, тоже понятно. Вот. Давайте теперь мы определим еще последовательность. Вот по данному непрерывному отображению построим последовательность кусочно-линейных отображений. Из этого симплекса кумулярное пространство. Как они будут выглядеть? N-ное отображение F, вот оно. Оно будет на множестве точек из SN, оно будет совпадать с отображением F по определению. И дальше будет продолжаться вот согласно требованию кусочной линейности. Вот здесь надо подробнее объяснить. Вот, если у нас есть две точки из СР, причем такие, что их разность имеет вид единица на 2 степени на любой вектор, на любой из этих базисных векторов, вот, то мы эти две точки соединим отрезком. И вот там продолжим по линейности. Отображение этот отрезок. Потом мы получили такую сеть из отрезков, которая на всем симплексе имеется. И вот из нее продолжаем опять. Это согласно. Через нее еще понятно. Мы должны на грани продолжить, потом на двумерные грани, трехмерные грани. Ну да, вот так вот посмотрим. Что будет двумерные грани, что будет трехмерные грани. Потом нужно задать разделение этого симплекса, да, на какие-то на меньшие симплексы. Вы это делали, да? Ну, это вот как раз таки это... Указанием вершин разделения не остается слова. Ну, хотя бы треугольник, там треугольник, да? Сколько точек, много там точек. Ну, да, вот для треугольника. Как раз по этим точкам построить. Есть. Разделение треугольника на меньшие треугольники. Такой треугольник, можем... Опять, вот как у нас деление на 4 треугольника будет. Вот так. Да, примерно параллельные стороны. Там, если вы параллельный страйдер делаете ту же конструкцию, то у вас там сервис получится не страйдер, а другая фигура. Октавер, ну, не важно. Но они тоже будут достаточно малыми и там. Это как задавать отображение заданной на вершинах, как подлагать на весь октавер отображение заданной на вершинах. По линейности не получится, там уже как бы. Ну да, вот по синтетических координатах в октаве нет. И есть проблемный кусок вот в этих рассуждениях. Понятно. Ну тогда судить идею у вас правильная, а доводить ее как бы лучше, делая по-другому. Значит, давайте посмотрим. По номеру абсурда А, да? Да. Давайте все-таки, ну, спрошу, там, скажем, Григорий, как вы это делали? Я перепутал всем нужный ярлычек, наверное, я показал, что очевидное, а не подумал о том, что обратное. Да. Это огромное дело, эти задачи. А я сейчас не понял, что там проблемы с разделением были. Понятно. Ну ладно, давайте я покажу. Ну, во-первых, полезно все-таки выделить отдельную лимму, которую мы доказывали, и полезно как бы сделать без предельного перехода, а как бы с конкретными числами. Ну, сейчас. Ну, как раз таки, надо, по-моему, представить на отображение, как предел кусочной лимму. Да, предел тут не будет. Значит, смотрите, итак, лимма, которая нужна,
определенного отложения из симплекс любой размерности в РДМ. Это любого эпсилона больше нуля. Существует кусочно-линейное отложение G из того же самого симплекса в РД, которое эпсилон близко к F. То есть для любой точки x из симплекса g от x минус f от x по-моему легче. Вот так и. Конечно, самое главное трудность доказательства лемму. Давайте мы сначала эту лемму применим. Да? Значит, пусть имеется, что там у нас, произвольное непрерывное отображение f, да? Большая общность. Давайте, я же показал эту основную идею, докажу вам что. Что если имеется, да, если любого отображения, любого непрерывного, если любого кусочно-линейного отображения графа К5 плоскость, существует два не пересекающихся ребра. Образ которых пересекаются. То же самое справедливо для любого непрерывного. Похожее утверждение, ну, менее техничное, поэтому на нем будет проще увидеть основную идею. И более того, на самом деле мы, ну, как бы похожие вещи про вложение графа в плоскость, про вложение гипографа в плоскость будем изучать, увидев, что они связаны с топологической такой цветом. Минимум бесконечного множества положительных чисел положительных, да?
После этого я беру, ну, как-то через Epsilon, вот, беру Epsilon пополам, там, по этой лемме, точнее, по аналогу этой леммы для графов, я беру Epsilon пополам аппроксимацию, точнее, Epsilon пополам, кусочную линейную, Epsilon пополам аппроксимацию, отображение играть. Значит, обозначаю эту аппроксимацию через F. Тогда я утверждаю, что любых двух несмежных ребер E1, E2 этого моего графа K5, F от E1 не пересекается с F от E2. Ну почему? Потому что по определению вот эти вот, по определению эпсилона, эпсилон пополам окрестности вот этих вот двух множеств не пересекаются. А это лежит в эпсилон пополам окрестности этого множества, это лежит в эпсилон пополам окрестности этого множества, от того, что F это эпсилон пополам аппроксимация отображения. Значит, эти типы не пересекаются, противоречие с нашим предположением. Понятно? Ну, да, по модулю не доказано лемма. Давайте так, чтобы разобраться с этим и понять, в чем там тут тонкость, просто ли аналогично доказать, что если граф К5 невозможно кусочно-линейно изобразить на плоскости без пересечения, то невозможно и топологически. Или более формально, верно ли, что если не существует кусочно-линейного вложения графа К5 в плоскость, то не существует топологического. Кусочно-линейное это что-то ломаное или там просто соединенное? Да. Топологическое привычное. Значит, очень похожее утверждение, поэтому есть соблазн его доказать точно так же. Аналогично. Получится или нет? Потому что требуется отсутствие самопересечения. Вот.
Ну, аналог гораздо более простой, потому что требуется аналог отсутствия пересечений у образов, не пересекающихся синтаксисов. Вот. Так. Ну, а чтобы эту лемму доказать, действительно нужна лемма существования триангуляции, то есть фигуры, с которыми мы имеем дело. Да, здесь граф К5, поэтому, так сказать, ну, разбить его на маленькие кусочки, на маленькие отрезки ничего не стоит. Да? А как доказать, что существует сколько угодно мелкая триангуляция мерного синтаксиса? Ну, здесь, как бы, конечно, хочется на маломерном примере продемонстрировать, но здесь реально все-таки трехмерная ситуация сильно отличается от двумерной, поэтому тот интересный пример, при котором мы это продумаем, это трехмерный. Почему существует сколько угодно мелкие триангуляции тетрадей? Пожалуйста, ваше предложение. Ну, сколько угодно мелкие, это значит не даст. Для любого эпсилона существует такое разбиение. Ну, надо доказать, что один тетрадер можно триангулировать, а затем можно дальше уже последовательно продолжать для каждого полученного тетрадера. Ну, конечно, да. Ну да, то есть достаточно разбить на тетраэдры диаметр, скажем, в которых меньше половины метра. Да. Ну, вообще просто меньше этого. Просто меньше недостаточно, там константу разбить. Ограничено, да. Достаточно, да. Отделено. Да. Он на 9 раз меньше, да. Это достаточно. А мы берем точку внутри. Угу. Чем? Соединяем белые совершенно. И что? Ну там, наверное, мы хотим доказать, что. Да, ну там получилось естественное разбиение страйда, наверное, мы хотим доказать, что диаметр каждого меньше, чем 0,9 умножить на диаметр сложного страйда, да? Ну, сейчас, ну, если мы просто знаем, что диаметр каждого меньше, их конечное число, значит, даже для самого большого, ну, значит, берем тетрадь с самым большим диаметром, смотрим отношение, оно является просто максимумом для всех остальных, потому что их конечное число. Ну, в смысле, если Егор хочет сказать, что вот вы взяли константу 0,9, а давайте константу просто из этого разбиения возьмем. Ну, конечно. Просто тогда у нас, ну, это... Мы же хотим, так сказать, константу, которая зависит не от разбиения, а какой абсолютный, да, потому что дальше мы же каждый тетраэдр будем аналогично подразбивать, так, собственно, да. Это не приводит к сколько-то мелкому разбиению, потому что мы будем каждый тетраэдр аналогично подразбивать, да, у нас всегда вот это будет одним ребром, да, поэтому мы от него не избавимся, и сколько-то малого диаметра не получим. Никогда в жизни, собственно, даже меньшего диаметра не получим. Даже на первом шаге, да. Но если исходный тетраэдр был правильный, получилось, конечно, 4 тетраэдра, а не поменьше, в ветхом смысле, но диаметр не такой. Ничего не получилось. Вот. Но с другой стороны, это ошибка поучительная, потому что она показывает, что нужно делать, да? Диаметр здесь острый. А? Острый. Да, ну, диаметр это острый. Ну, давайте, как бы, мы уже почти подошли, как бы, к решению, поэтому давайте я вам скажу. Значит, есть такая полезная вещь, как барицентрическое подразбиение. Значит, для треугольника это вот такая вот вещь. Значит, мы треугольник делим на 6 других, да? Ну, для отрезка совсем очевидная, на 2 других. Для тетраэдра это фактически продолжение этой же конструкции. Там мы в каждой грани берем по точке и соединяем, в каждой грани берем по точке, чтобы вот такие... Лучше так объяснить, что тетраэдр берем точку, проводим челианы, то есть прямые через вершину тетраэдра и эту точку. До пересечения противоположной грани. Значит, и берем все вот такие вот плоскости, аналогичные той, которую я заштриховал. Таких плоскостей много, и они делят тетраэдр на сколько кусочков? Насколько кусочек треугольника делит это самое? Ты определенный прямой. На 6. На 6, да. Насколько тетраэдр? На сколько кусочек делит тетраэдр определенной плоскости? Точнее, не плоскости, а большой пример.
по углу, что говорится, такие. То есть мы сюда и продолжаем, да? Это важно, потому что ну, там, нам нужно не доказывать, что делать кусочки маленькие, а все-таки этого хотя бы посчитать полезным. Вот такие вот углы аналогичные проведенки. Так как я для каждой вершины провожу вот такую линию, провожу вот такой угол. Так? А он ограничен? Еще на 6? Не 6, так. А, сейчас. Понятно, что будет 6 вертикальных кусков, но они еще поделены вот такими вот знаками, да, которые поделены через эту точку, вот эту и вот эту. Для пересечения противоположной грани, да, тут скажем, будет вот такая еще плоскость. Вот такой, ну, точнее, да. Ладно, давайте по столу. Давайте по столу начнем. Как поделится каждое ребро? На сколько кусочек? Идею можно формализовать наоборот точками очень не общего положения.
можно взять двумерный симплекс, лежащий в РД, да? И в каждую вершину поставить вот столько точек. Значит, получится набор из вот такого количества точек, да? И легко сообразить, что для него аналог термин Тверберга неверен. Сообразили, почему? Видимо, правильно, что кто-то произнес почему. Сейчас, как там выбрать R сейчас? Там R? Это по номеру задачи, там, так сказать, 24А, что ли, как-то есть. Вот, идут, то есть, теорема Тверберга на предыдущий пункт. В самом первом пункте. Для любых DR существует D плюс 1 на R минус 1 точки в РД. При любом разделении которых на R множеств, оболочка этих множеств не имеет общей точки. Почему вот такой набор точек R минус 1 в каждой вершине двумерного симплекса годится? Точки из этой вершины не принадлежат пересечению для каждой вершины. Ну да, поэтому пересечение содержится, обязано содержаться в грани, противоположной каждой вершине. Да? То есть пересечение обязано содержаться здесь, здесь и здесь, а пересечение трех этих множеств пусто. Да? Ну и точно так же доказывается для произвольных РД. Вот. А теперь как бы давайте сообразим, если мне почему-то захотелось, чтобы точки были разными, я возьму просто здесь две точки очень близкие к этой вершине, две точки очень близкие к этой вершине, две точки очень близкие к этой вершине. Почему для нового шеститочечного множества из различных точек все равно условие будет выполнено? Как бы я это шеститочечное множество не развивал на три куска, только оболочка кусков не пересекается. Ну, не имеют общей точки, принадлежащей всем трем кускам. Ну, видимо, по аналогичной причине. Потому что объединяем каждой точки, которые близки. Пары точек близких к одной вершине, объединяем как бы в один набор и говорим, что пересечение не лежит в этом наборе, вообще не. Ни одна точка пересечения всех трех множеств не будет лежать в наборе. В этом из двух точек? Да. Конечно, это ничего не даст. Не будет и в тех двух тоже. Что-то как бы не то. Вот это вот как бы множество, да, оно в этом наборе не лежит, в этом наборе не лежит, в этом наборе не лежит, но не пусть. Давайте пробовать, как вот если мы этого не осилим, нам в дальнейшем бизнес двигаться.
Ну, мне кажется, это вот так вот. Секунду, я напишу сейчас формулировку. Значит, существует такой эпсил, что для любых точек А1 и А2 близких к вершине А треугольника. Значит, аналогично для В и С, да? Это семейство из 6 точек А1, А2, В1, В2. Вместо невозможно разбить, а лучше в положительном виде сформулировано, в любом разбиении. На три подмножества. Мы такой оболочек подмножеств не имеет общей точки. Если вот так вот, смотрите, так, вот эту картинку, вот мы выбрали эпсилон окрестность этой вершины, эпсилон окрестность этой вершины, эпсилон окрестность этой вершины. Вот не пересекающиеся. Да, не пересекающиеся. Вот если у нас есть вот три подмножества, тогда хотя бы одну из них не содержит вот ни одну из этих двух точек. Поэтому пересечение всех трех подножеств будет принадлежать эпсилон окрестности вот этой стороне. Вот. Аналогично оно будет принадлежать эпсилон окрестности вот этой стороне и эпсилон окрестности вот этой стороне. Пересечение эпсилон окрестности трех сторон, то есть это примножество, оно вот пусто. Все, значит, пересечение пусто. Вот так. И это еще одна формализация того, что вот так устроена суть известна. Да, она выдерживает аппроксимацию. Ее отрицание тоже выдерживает аппроксимацию. Поэтому, в принципе, хотя мы будем в основном рассуждать на языке непрерывных отображений, которые характерны скорее для непрерывной топологии, вот, но реально мы будем работать с кусочно-линейными отображениями, которые интересны даже с точки зрения комбинаторики, комбинаторной геометрии. Хорошо. Значит, тогда, так, я уже вызвал, просил разобрать Григория, 2-1-2, да? А, значит, какого-то, наверное, Рому попрошу доказать, вывести положительную теорему Радона и теорему Радона. По номеру, кажется, 37, да? По логической теореме Радона и теорему Радона можно обратно разделать. Тут давайте публику спросим. Нужно это разбирать или нет? Это важная вещь. Да. Не надо, да? Да, все-таки надо. Логическая терминология. Да. Было локально понятно. Давайте так. Да, Егора не было. Попробуйте разобраться к следующему уроку, да? Готово. Так, для вас, наверное, бессмысленно, если ничего не решаете, понятно, что не будет потом. Значит, если останутся просто разберем, да? Может, даже разберем не все доказательства, а вот именно те места, которые вызвали трудности. Всякие топологические вещи в этом курсе, типа теорема Борского, будут дополнительным материалом, поэтому я с удовольствием с Ромой разберу с вами, если вы там владеете необходимой техникой, а куда скидывать брать их не будет.
рубашку красную, да? Ну, рубашку. А можете ли это 8 цепов, которые тебе рассказать, изображение здесь пересечения на 4, примерно остров тебе? У меня есть картинка, мне кажется, что она правильная, но я не уверен, насколько она наглядная. В смысле, я удачи по-моему. В общем, у нас есть 3 точки, которые могут передвигаться только по одной из граней. Ограничение не в этом состоит. Не в этом? Да. Прочитайте условия, пожалуйста. Они должны находиться на пересекающихся цифрах. Трайдер можно формулировать проще, одна все время, две все время на шинах, а третья на ребре, противолежащей ребру, соединяющему третью вершину. Ну, да. Потому что это разница на шинах, когда может передаться в другую чеколотную ребру. Я хочу сказать, нет. Ну, это проводится. Вот. Ну, тогда просто нам нужно передаться из А в С, чтобы из А в С в Д, В, А. То есть, чтобы первая точка стала здесь, а третья здесь. Ну, тогда точка А перейдет в Д, а это можно сделать и С, В, А. Это тоже можно, она будет противоположным ребром. Вот и все. Да, здорово. Ну, то есть, это, конечно, я неудачный пример подобрал, как так просто. Ну, а можете рассказать, если вы так сразу не готовы, почему любую одну порядочную тройку можно любую другую перевести? Это правда? Можно А перевести сюда, так как угодно поменяться, и Д тогда А перейдет сюда. То есть, если А перевести в Д, эти могут как угодно поменяться, там будет граф шестиугольник получится. Они правы, как угодно. То есть, как угодно. Но они не как угодно, они за ним могут любое перевести. Любое положение тут смогут перейти. Мы ставим меняться не смогут. Так. Было, вот смотрите, Д. А, правда. Тогда все? Хорошо. И тогда оставшуюся вершину Д можно вниз положить. А если нам нужно какой-то верх перевести, то тогда просто ее переводим вверх. То есть нам нужно, например, из А, В, С. Не знаю, это сложновато. Ну, вроде бы, ну да, как, нужно сказать, что из любого положения можно перевести в любое другое, а как бы вы к этому как-то не подходите, ни к любой, ни к берете, чуть-чуть не то. Ну, если идея понятна, то можно как бы не сразу формулировать. Или непонятно? Ну, сейчас же еще накачиваю. Вообще чего? Можно вот так вот. Нам нужно, у нас было положение какое-то 1, 2, 3, нам нужно перевести в положение А, Б и С. Тогда есть несколько случаев. Если А это, если Б и С, где это вершина четвертая будет. Модерн, как бы, может получиться будет модерн. Если мы хотим это аккуратно доказывать, наверное, правильно любую перестановку композиции простых представить, доказать, что простую можно представить. То есть достаточно доказать, что чего? Значит, у нас имеется 3 точки и 1 свободная вершина. А это очевидно, да? То есть, любая перестановка 4-элементного множества раскладывает композицию транспозиции, да? Да. Вот. Значит, и даже не просто транспозиция, а транспозиция видит 4 и, да? То есть, да, достаточно доказать, что любую вершину можно поменять свободно. Это очевидно. Хорошо? Да, спасибо. Так, да, значит, теорему Морса у получится термин положения. Значит, что еще?
всякие вариации на тему теоремы Твердера 43.2. Значит, это сделал только Ром, он, соответственно, Ром, прошу сказать. Сейчас можно подготовить. Да-да. Сейчас, пока просто еще будет. Тогда остальные, ну, делайте задачи, ну, вы можете сказать? Я не знаю, насколько это наглядно, мне просто удобно, да, я вам покажу, если он слышит, я наверное. Сразу, да? Сразу, да. Это речь про задачу, нужно нарисовать в R4, 2, 100, 6 симплексов. Пятимерного симплекса. Пятимерного симплекса, да, но... Да, в смысле, 6 ошибок. Примерно 7%. Мне показалось удобно рассматривать проекцию четырехмерного куба на плоскость и взять определенные его вершины и посмотреть, какие будут всевозможные треугольники и почему они не будут пересекаться. Мне кажется, что это правильно, но вот давайте попробую. Четырехмерный куб, гиперкуб, в данном случае удобно просто построить две проекции трехмерных кубов. Какие вершины четырехмерного куба будут? Вершины пятимерных кубов? Сейчас. Просто чтобы это сказать, порисовать-то не обязательно, вы же там... Да, вот три на этом кубе, и вот эти три на втором кубе, который, ну, здесь, соответственно, с соответствующими верхами семьями. Да. Чтобы не загромождать рисунок, я не буду для проекта суперкуба рисовать ребра, которые... Но так как я два куба нарисовал знаков, понятно, что... Вы говорите, что вот ровно в виде шесть точек они и образуют то, что надо, да? По-моему, да. Как я предлагаю это проследить? Но вот если... В принципе, можно координаты задать, там еще не рисуется, да? То есть, да, оно... Давайте, напишите координаты этих точек, это будет крайне полезно. Координаты. Может, даже будет видно, что не нужен каждый куб. Но это похоже на правду вообще, то есть это... Нет, я другое решение знаю, тем интереснее, в принципе. Ну, может быть, правду, скажем так. Давайте тогда для удобства объединим вот эту точку с этой. И координаты введем, например, систему координат здесь, 0,0,0, и туда отвести, да, чтобы да, более... Да, да. Так, ну... Тут у вас самая нижняя правая точка, мне кажется, 4 нуля, да. 0, так, здесь, ну пусть, например, сейчас в любом порядке, это первая ось. Так, лучше координату точек пишите, интересно, вот у вас будет... Чтобы быстрее собрать такие координаты, для меня надо там, наоборот, да? Кстати, если вы напишете у нижней левой точки число 1,0,0,0, да, все будет ясно. Хорошо, 1,0,0,0, это будет 0,0,1,0, это будет... Не нужно, только, не нужно. Только интересные точки пишите. Интересные. Ну, а это не интересное? Нужно. Не нужно. Только как... Но это соединение. Да. Вот, ну... Еще две копии. Сейчас. Это мы по... Это будет 0,1,1,1. А это будет 1,1,0,1,1,1. Да. Ну, у нас 20 треугольников. 20. Ну, как все возможные из... Откуда 20 делать?
что сочетание шести полов, да? Шесть на пять пополам. Не двадцать? Пятнадцать треугольников. А из них два просто лежат в плоскостях куба, ну, собственно, все вершины отсюда, все вершины отсюда. И теперь я предлагаю рассмотреть все треугольники, у которых две вершины оттуда, одна отсюда. А, и когда мы их рассмотрим и нарисуем, будет видно, что те треугольники, у которых две вершины отсюда, одна оттуда, с ними однозначно не пересекаются, потому что они будут образованы теми же одинребрами, но понятно, как нет? Нет, когда мы нарисуем, ничего не будет видно, и даже если было видно, рисунок не будет доказательством. Но имеется конкретные шесть точек, конкретные вершины, о чем нам не доказать аккуратно, что лишних пересечений не будет. Наверное, этот куб там, и проверка нужна была для придумывания, но для доказательства ничего это не нужно. Нужно аккуратно доказать, что... Понял, но рассуждение аналитическое с результатом мне не готово, мне тогда надо подумать. Да, тогда ты сейчас, да. Тогда думаешь, что будет здорово, если получится, я такое решение не знал. Но пока задача стоит не засчитывать. Ну, хотя... по картинке похоже получается, что... Да, я хороший. Так. Вам покажется? Для какого там минимального R это нетривиально? Потому что нам
конкретные отделы, проще рисовать. Ну, а что будет проще рисовать? Для равного двойки, скажем, что-то. Для равного двойки, двумерный остров, тетраэдра. А, ну, уже как бы, вроде бы не очевидно, да. Задано непрерывное отображение из границы тетраэдра, из поверхности тетраэдра в плоскость, да? Хотим продолжить на трехмерное мясо, без увеличения образа. Интересно. Как? Не очевидно. Так. Ну, возьмем некоторую точку внутри и разобьем всю внутренность тетраэдра на непересекающиеся прямые. Отрезки. Потом отрезки, как ты нарисовал, будут пересекаться в одной точке. Ну, в одной точке, да. Хорошо. Сначала фиксируем. Вот здесь это отображение нового слова. Ну, эту точку мы отобразим. Так, тогда остальным задания, ну, во-первых, и про это можете подумать, да? Так, для этого самого маломерного случая. Во-вторых, задание 248 А и Б. Сделайте, во-первых, потому что мы идею разбирали, а во-вторых, потому что там, ну, в дальнейшем на эту идею много чего будет опираться. Соответственно, Егор молодец, что это сделал, тогда попробуйте над 44-й подумать. Она аналогична. Понятно. Довольно высокий квадрат, это C6, типа 3, 6 на 5 на 4, 9 на 3 на 2.
проблема, там просто некоторые факты, которые ты не знаешь. Но проблема в том, что нужно выбрать по образу другого ответа, но это только образ перенефирован зависимым. Мне казалось, что это очевидно, что это делается сейчас, что-то не соображу, почему. Ну, как разумно, да, конечно, да. Просто можно, чтобы выяснить, да или нет, это желательно сформулировать на каком-то более стандартном языке. Какой стандартный язык делать? Обратите полный язык, продолжение этого проблема, вот на чем-то отображение задано, куда-то, нужно продолжить. Ну, конечно, в принципе, уже так сформулировано, да? Но правда, ну, задача фактически нет. Ну да, сам образ это очень плохое пространство, поэтому как бы, ну, нужно как бы сформулировать так, чтобы более удачно. Конечно, нужно как бы отображение в образ продолжить, и это есть нужная формулировка, но как бы сильно там неотно связано, поэтому понятно. Ну не знаю, кстати, может получится действительно. Что там? Образ значит, образ это некоторое подмножество плоскости, да? Вот, и фактически нужно доказать, что там любое отображение сферы у него продолжается на шар, да? Есть, конечно, теорема о том, что любое подмножество плоскости асферично, но это как-то слишком теорема супер обозрённая. Как может исполнить прежний образ? Получается, что это не знаю, через 44-й. Ну да, вы тут настолько аккуратно не читали то, что было, поэтому не может не получиться. Хорошо? Ладно. Там, а вы про высшую гомотопическую группу что-то знаете или? Ну что-то знаю. Нет. Ну, короче, если вы сможете доказать, что любое отображение из двумерной сферы вот окружности способна отображать точку, и то же самое продолжается на трехмерный шар, тогда вам разумно браться за эту задачу, скорее всего, ее. Сейчас из двумерной сферы букет окружности и гомотопную точку.
Ага, понятно. А если не знаете, то не знаю. Не знаю, как это скипят. Используется тут что важно в этом сайте?
и чего нет. Важно, что ее универсальным накрытием является эфирное пространство. А универсальным накрытием двумерной сферы является она сама, а совсем не R2. Да, все понял. Так, хорошо. Я просто над этим думал, как ты думаешь, когда не докажешь, что ты приятно. Правильно. Давайте мы еще немножко повозимся вокруг теоремы Свердлова. Мы, конечно, даже доказывали для некоторых случаев, но все-таки доказательство сложное, поэтому вокруг повозимся. Значит, 42D, если TRD неверно, то TRD плюс 1 неверно. Смотрите, я положительно где-то сформулирую. Значит, так, почему с TRD плюс 1 вытекает TRD? Чтобы как-то это обсуждать, наверное, нужно сформулировать через такое. Да? Значит, известно, что для любого непрерывного отображения симплекса размерности R-1 на D-2, в D-1 мерное пространство, там что-то справедливо, да, существует попарно пересекающий радиус, пересекающий зонус. Вот, нужно доказать, что для любого отображения вот такого симплекса R-1 на D-1, да, в РД справедливо аналогичное свойство. Ну да, конечно, в таком виде это не так удачно. Давайте мы действительно в обратном формулируем, как бы, что значит, что из отрицания вот этого вытекает отрицание вот этого. Значит, отрицание ТРД означает, что существует такое отображение симплекса меньшей размерности R-1 на D-1 в РД. Отправление здесь непрерывное, или то же самое, что сочинение, что для любых попарно не пересекающихся граней их образы имеют общие точки. Да? Вот. А нужно доказать то же самое для отображения симплекса, большего симплекса. Эфирное пространство больше размерности. Нельзя ли опять вот этим же способом сейчас? Но мы так берем симплекс, который является контрпримером, добавляем к нему R-1 точку, чтобы получить симплекс большей размерности, применяем к нему теорему, находим, соответственно, R граней, поскольку R-1 точка... Давайте поподробнее. Значит, мы хотим доказать вот это, да? Ну, поэтому, видимо, как-то по такому отображению хотим построить такое, да? Как именно? Или
нереализуемость двумерного множества четырехмерного симплекса в 4. Мы же там тоже, да, строили по отображению в РД, некоторые отображения в РД плюс 1, да? Ну, похоже, так что можно сделать. Ну, собственно, вот у вас как бы есть, давайте пример посмотрим. Значит, есть некоторое отображение треугольника плоскости, да? Как по нему наиболее естественно построить отображение тетраэдра в трехмерной пространстве? Вроде бы про это речь, да? Есть отображение маломерного симплекса в пространстве меньшей размерности, да? Хотим построить отображение симплекса большей размерности в эклидовом пространстве большей размерности. Как по такому строить такое? Уложение. Ну, положим РД в РД плюс 1 на точку куда-нибудь наверх. Положим. Давайте для этого примера, чтобы как-то вы могли сказать конкретнее, чтобы мы могли быстро поверить, правильно или нет. Как по отображению из треугольника плоскости построить отображение из трейдера трехмерного пространства? Ну, конечно, вопрос неформальный, в виде загадки, можно, в принципе, любое взять, да, ну, как-то, чтобы было разумно. Ну, эту плоскость положить в качестве плоскости z равно нулю. Да. А эту точку оставшуюся отобразить в точку там x равно нулю или как нулю z равно единице. Да. Соответственно, ну, давайте так, я, может быть, даже не буду дальше подсказывать, чтобы не лишать вас удовольствия. Тут можно красивую лемму сформулировать, чтобы как-то, ну, идея, которая вначале будет какой-то мутной, в общем, красивой, коротко. Записывалась.